Жизнь в Одессе далека не только от европейского стандарта, но не дотягивает даже до лучших национальных показателей. Социологическое исследование журнала «Фокус» показывает, что наш город, морская курортная столица Украины, находится на среднепровинциальном уровне. Определение уровня комфортности областных центров, за исключением Донецка, Луганска и Симферополя, проводилось по ряду параметров. Учитывались экономическое благополучие населения, состояние жилищно-коммунального хозяйства, безопасность жизни, экологическая ситуация, возможность и готовность горожан ездить за границу. Оценка ставилась, исходя из максимальных 100 баллов. Даже Киев, самый богатый город страны, получил всего 60. Далее идут Львов, Луцк, Винница, Ивано-Франковск. Одесса оказалась на символическом 13 месте 45,2 балла, меньше половины возможного уровня оценки. Указываются три достоинства: хорошее авиационное и железнодорожное сообщение, инвестиционная привлекательность и приморское расположение. Недостатки: дороговизна жизни, низкое качество муниципальных услуг, плохие дороги и водоснабжение. Стоимость потребительской корзины примерно на уровне столичной, а средняя зарплата почти в два раза ниже – 6100 гривен. Такие показатели – оценка работы городской власти. Пока Одессу никак нельзя назвать европейским городом.